Да это хрена чё разрушил? Если б не ты и не этот самый... ёбнутый этот самый гомик. Джимен, я бы... Фримен бы дома сидел бы. Морковку свою. Это самое... Ну поняли, да? Бум! Ууу, какая Алекс. Эй, чё вы там? Не понял я, чё вы там молитесь, этой бабе? Я тут главный, с мочаровкой. Новым годом, блин! Вот так ты всё? Так, что ещё у меня есть? Шотган тебе! Блин, получай! Так, что ещё у меня есть? О, у меня РПГ ведь есть где-нибудь. Нет! Где у меня РПГ? О! С Новым годом! Где ты, блин? Ты чё, здесь? Ну как тебе, блин? Ой, красиво, блин. На тебя, блин. Получай, сучка. Семичасовая война хочешь? Вот тебе. Семичасовая война. За оккупацию земли. Я доберусь до этих червей. Передай. I'll be back, Йохайди. Передай Джимену и этим самым Альянсу, своим жопа, и этому советникам тоже. Я до них доберусь, до советников, этих жирных червей, вот так. Получай. Так, что у меня еще есть? Пистолет, револьвер, пистолет такой, нет. О, так тут у меня ничего нету. Вот. Вот тебе, блин. О, как, блин, сегодня. Ху-ху. Ну чё, блин, с Новым годом тебя. Хо-хо-хо, I have a gun. Motherfucker, bitch. Добро пожаловать в ад. Жирная жопа. Бойтесь меня, Фримен пришел. Теперь он мстит. Всем плохишам. Фримен, спаситель. Хоу, хоу, хоу. Yeah. Итак, здорово всем. Это эпизод 1. Half-Life 2. Сейчас берем нашу гравит сапу. Да иди нахер. И прописываем себе СВ. Нижняя черточка. CHIATS пробел 1. Нажимаем Enter. Потом пишем IMPULC 101. Нажимаем Enter. I can tell. Okay, dog. Citadel's really coming apart. Итак, дальше мы пишем. Ой, неправильно писал.
PHY С ца н нон PHY СЦА нон нижняя черточка мега enabled enabled 1. Нажимаем и нажимаем Enter. И у нас заряженная грави-пушка. И мы, короче, ввели чит-коды. Есть также чит-код год, неуязвимость и нотсклип. Ну, год бессмертия, конечно, а нотсклип можно летать. Вот. Мы можем сделать вот так. Так мы можем. В ночь клипе можем спокойно летать. Полетать, посмотреть карту. Тут цитадель, конечно, пустая внутри у нас. Вообще ничего нету. Цитадель вообще пустая. Только текстурка. В общем, так же самая игра, в общем, пустая, можно сказать. Только текстурки. Вот. Алекс сейчас базарит по скайпу. Где ты, Алекс? О! Халявная жрачка. Вот, я вам сейчас продемонстрирую. Берем, выключаем наш клип, вырубаем. И падаем вниз. Гордон! О! Фонарик. Включаем фонарик. И мы конкретно ёбнулись на дно. Нажимаем Notch Clip. Еще раз включаем. Вот. Наше. Так. И выключаем наш клип. Вот. О, перезагрузка. Алекс Пауэр. Оба, они через загрузку могут спокойно проходить. Ага, запустить. Это легко. Все, Алексей. Thank you.
Что мы стоим? Не понял, что это звук? Что мы застряли? В общем, Аллах Акбар. И также мы можем брать с горы пушкой так вот. Вынимать, не знаю как. Вот так делать. Просто берем и много псов. Также мы можем и правой кнопкой выбивать их. Тоже. Вот сейчас куча их этих самых. Вот. Куча псов. Я также сама сейчас под нотсклипер, ну и скажу, очень нажал нотсклип, да? И вот залетел. Не понял я. Как меня, блин. Тележку закрыли меня, заразили. Так. Привет всем, с вами Радмит Фюрзир. И это Half-Life эпизод 1. Итак, я включил нотч клип. И мы попробуем посмотреть. Так, это у нас. Так. А, забыл включить. Забыл год включить. Потому что он может Фриман. Так, мы не будем залетать пока что. Мы будем искать вот именно в цитадели. Я видел там только что недавно я видел маленькую кабинку, и там был Брин. Сейчас только ее надо найти. Так, привычки мне тоже хочется так вот голову. Вау. Ух ты!
еще непонятна текстурка тут с этими круглыми фиговинами. Все как все тут квадратно. Привет всем, с вами опять Рад. Вот. Вот. Вот сам доктор Брин. Мы нашли самого доктора Брина! Мы Брина нашли! Вот теперь ты ответишь. Знаешь, так, что у меня ничего нету? Сейчас будет тут. Ну все, чувак, не берегись. Смотри, ломиком сначала. Ты куда, мужик? Все? Сдохни, парня. Получай, блин. Хоть 7-часовую войну хочешь? На тебе 7-часовая война. А нет. Сейчас. Пойдем, блин, со мной. Пойдем погуляем. Ты куда исчез, эу? Не понял? Не исчез. Итак, мы это посмотрели, как это все во времени остановилось. Эпизод. Так. Должен где-то быть этот Джимен выйти потом. На свет. Так, что у нас еще тут есть? Ух ты, это просто квадрат такой, чисто квадрат. Просто квадрат и с текстурки, в общем, вокруг. Просто текстурки. Просто текстурки, охренеть. Пипец. И цитадель, типа цитадель, макет цитадели. Окей. Что у нас еще тут есть? Это у нас к эпизоду 1 уже. Нет, к эпизоду 2 точнее. А что там за вот? Получай! Я, в общем, его подбил, эту вертуху, при помощи гравипушки. Охрененная штука эта, гравиган. Мы возвращаемся обратно. О.
Так, я что-то замолчал, в общем, не болтаю. Надо что-то развлекать. Так, я просто сейчас очень-очень смотрю. Вот, наш Алекс. Алекс, ты здесь? Да, Алекс здесь, она. А я ищу какие-то пасхалочки, еще одни. Должна быть еще где-нибудь пасхалка. Просто наугад летим. Ну, в общем, все пасхалки в цитадели. Алекс, где ты? Это я. А, Алекс где он? Я не знаю, Алекс. Какой цитадели, а я уже в цитадели. Ого! Охрененно, что такое? О! Ух ты! Я не понял, это же... Вортигон ты типа должен стоять. Охренеть! Еще одна пасхалочка, вот вам! Отлично, не зря летели в эту сторону мы. Half-Life. Ну, я думаю, что эпизод второй. И тут интересных несколько моментов есть. Эпизод 2. Одна комнатка. Вот она. Если лететь вниз самый, да? Под карту. Вот. Вот. Тут у нас монитор. В общем, монитор, где-то тут печатная машинка где-то это стоит. В общем, где-то неважно. Ну, это, в общем, взято из кабинета, как его. Ну, из черной мезы, не из черной мезы, а с этой самой, со станции. Куда мы направляемся. Ну, где находится отец Илай. Ну, отец Илай сказал. Ну, отец Алекс. Вот, это оттуда взято. Вот. Так. Это карта, то есть то, что прогрузилось на данный момент. Я тут уже немножко полетал по карте, ничего такого особенного не нашел. Кроме вот... Кроме того, что он завис? Может быть, я не там ищу? Может быть, где-нибудь еще что-нибудь есть? Интересно здесь. Вот тут такая поляночка заныканная.
Интересно очень. Может быть, еще где-нибудь какая-нибудь пасхалочка здесь есть в эпизоде 2. Ну, скажем, просто что вас сейчас снова пробил. В общем, наши текстушки. Дальше. Услышали? Так, а если взлететь наверх? Может быть, что-нибудь наверху есть? Не, как видим, тоже ничего нету. Это мы уже смотрели. Это мы тоже смотрели. Экран. Наблюдательный экран с портальным лучом. Как Алекс сказала, они собирают в портальный луч. Типа что-то. И хоть открыть этот самый портал. Типа, если они откроют портал, то повторится 7-часовая война. Да, 7-часовая война вот. Кажется, ничего не вижу. Интересно, здесь камни, камни. Стоп. Ух ты. Дымок. Так, это наш самый. Так, это у нас. Ага, мы здесь вот стояли. Вот так, с Алекс. И туда смотрели, вот. Окей. Так. Давай, Алекс, давай. Cannot use.
на стулом. Я знаю, что произошло. Сейчас починим. Сейчас. Ой. Ну? This could take a while. Ooh. Hey, if you have any blinding insights into how to fix this, go for it. А, все нашел. Да-да, Алекс, вот. Я мастер. MIT закончил. Для того, чтобы включать кнопки. Я не знаю, что сделано, но это работает. Ну, конечно. Настя, стулом. Угости стулом. Ага, двери закрыты, это хорошо. Чёрное мясо. О. Alex, my goodness, is that really you? Yes, and Gordon Tim, we're okay. We made it out of City 17. Ага. Ага, вот. Я тебе понял. Они там внизу. I can hardly believe it. Сохранить. Типа сохраним? Don't worry, Dad, we're fine. But something really strange is happening with the Citadel. Oh yes, we've been monitoring the situation. The raw discharge of the meltdown has been focused into a coherent beam of portal energy. It's the Combine. They're trying to open another gateway. Yes, what you're seeing is the infancy of a super portal. Так. Вот, я нашел их! Я их нашел! Круто. Магнус? Их нашел! Пасхалочка! Well, of course they have. You see, Kleiner, it's the linchpin of all of their plans. Здорово. I can see that. I never said someone. Так. Where in that? Sequence, they would have had to establish a connection with the far side. What you have there, young man, is the specific contact code for the Combine Overworld. Good God. Now, if I am right about this, and I have no reason to doubt myself, you are carrying the very code Dr. Mossman had hoped to recover. Так, получается now, мы... How soon can you get here? There is no time to wait. Чувак, ты с кем разговариваешь? Step up the launch schedule. Now, as soon as you get here with the signature data, we'll then go to the satellite and get the damn thing into orbit. Get here as quickly as you can. Круто. Ongoing sector sweep will be biotic confirmed. Continue search as sector sweep. Remote compliant. Exterminate. Seek past signature imprint. Ого.
круто. То есть получается это черное мясо. То есть. Опа, и они исчезают. Ага. Понятно. Это надо возвращаться обратно, Алекс. Где наш Алекс? Алекс. Алекс, Алекс. Так. Так. Опа. И что такое за красные провода? А, просто красные провода. Окей. Вот она здесь, кстати, в будке. Я здесь, Алекс. Да чтоб тебе. Не все ясно. Вот наш Алекс. Привет, Алекс.